боялся. Тихо, тихо, тихо. Очень важно, очень важно, что в скором времени Джастин Бибер станет мере, этого от него требует его жена. Угу. 5, 6. Что он займется детским вопросом вплотную или их семейная жизнь закончится. Надеемся, что Джастин Бибер смотрит. Там дофигища есть. Среди новости курс валют поймет погода, а потом продолжим слушать суперхит. Куда они интересны? Не на Донецк, куда? Надбанк исключает возможность девальвации гривны в текущем году до уровня 15-20 гривен за доллар и отмечает важность для курсовой перспективы восстановления мира в стране. По словам главы НБУ, Центробанк не планирует.